Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня наконец-таки подвожу итоги розыгрыша среди подписчиков колонки Divum Timebox. Колонка действительно хорошая, думаю, победителю понравится. Надеюсь, все внимательно прочли условия розыгрыша. Вот они были указаны в описании к видео. Более того, я все эти условия озвучил. Итак, копируем URL видео и далее заходим в наш сервис YouTube Random Comment Picker. Так. А, вот он. И вставляем адрес нашего видео и подгружаем комменты. Надеюсь, действительно все внимательно прошли условия розыгрыша, поскольку очень часто подписчики бывают невнимательными. Всего было, как видите, 560 комментов. На самом деле, вероятность выигрыша значительно выше, чем в каких-нибудь лотереях и так далее. Итак, все. Выбираем победителя. Всем удачи. Победитель Руслан Тажетдинов. Надеюсь, я правильно прочитал. Или Тазетдинов. В общем, Руслан, поздравляю тебя. Колонка теперь твоя. Для того, чтобы ее получить, ты должен в течение недели выйти со мной на связь. В течение недели после выхода итогового видео с розыгрышем ты должен выйти со мной на связь. Если ты выйдешь со мной на связь позже, то ты уже не получишь приз, потому что в течение недели это видео ты уже должен был успеть посмотреть, если ты действительно мой подписчик. Ну что ж, как со мной выйти на связь? Ты можешь выйти на связь со мной через личные сообщения здесь на YouTube. Как это делается? Ну, сейчас покажу, допустим, на каком-нибудь канале, допустим, Обломову, давайте. Так, как ему написать, к примеру? Заходим в раздел обсуждения. Всем привет, с вами снова Славный. Так, и... Нет, я, пардон, забыл. В раздел о канале заходим. И отправить сообщение. Жмем, и здесь пишите ваше сообщение. Соответственно, я получу сообщение от тебя, Руслан. И жду от тебя реквизиты для отправки колонки. А напоминаю, что колонка может быть отправлена только на адрес в России. К сожалению, пока так. Ну что ж, всем остальным спасибо за участие. Еще раз поздравляю победителя. Всем спасибо. Всем пока.